Рок-н-ролл в здании. Вот, резко вас много. У нас сейчас тут трансляция была. И на ней в течение минуты было около 15 человек. Так лампово было, вы не представляете. А куда, че, вообще комментарии? У меня, кстати, комментариев не видно. Ой, увидел один привет. И здравствуйте. Да, йоу. Рапчага пошла. Ой, как не вовремя-то. Да, элита знает, в чем дело. Типа, вот сейчас 1,7К, а до этого было без запятой и К, реально 17 человек. Было, как в старые добрые. Чё, я сижу дома. И я решил чуть-чуть попиздеть. Знаете, такое настроение, когда тебе хочется, грубо говоря, поговорить, но не, ну, типа, вот таким образом, да? Монолог. У меня предостаточно людей в моей жизни, я заебался. Вот. И сейчас я один дома. И это так прикольно. Типа, так необычно. Я разговариваю, я еще голос свой слышу здесь. Типа, настолько здесь пусто. Я вот просто пару дней в Питере, у меня там вчера ребята ко мне приходили, позавчера там, типа, подруга остается периодически. И сейчас то время, когда можно подрочить, короче, ладно, очень плохо, простите. Чё? Чё звук меняется? Понятия не имею. Это как бы техническая часть. Это не... Нет, я не в трусах, я с улицы недавно. Вот. Пришел и такой уставший. Нужно блок помонтировать. А мне хочется просто лежать и смотреть в потолок. Но придется монтировать, потому что потом у меня времени не будет, а выпускать пора. Вот. Завтра. Типа влог с Витфеста, с первого дня Витфеста. Там в основном увидите, как мы готовились к выступлению и выступали. Ну, типа, говно влог будет, скучный. Скорее всего. Ну так, знаете, говяные влоги я называю влогами чисто для своих. Так вот, это влог чисто для своих. Я могу поотвечать на ваши вопросы. Я давно не отвечал ни на что. Могу просто что рассказать, что в последние дни происходило. А в последние дни происходил какой-то пиздос. Во-первых, я неделю был, полторы недели в Москве. Это Video People с вручением этой кнопки. После Video People поехали сразу 2 часа ехали в Мытищи снимать там, типа, выпуск для телевидения. Я сейчас, типа, в Москву постоянно гоняю, параллельно там снимаю. Снимаюсь в шоу для интернета и в шоу для телевидения. И, типа, пока говорить ничего не буду, да, но я еще хочу как-нибудь попробовать поработать с телевидением и с телевизионным продакшеном, чтобы окончательно убедиться, что это люди, которые совершенно не, типа... Трансляция вырубилась. Сейчас давайте ждем, когда подрубятся остальные. Но это было забавно. Будто сам Господь Бог спустился. Сейчас объясню. Ах, сука. Это сейчас было смешно. Знаете почему? Ща, приходите, приходите, расскажу. Короче. У меня трансляция выключилась на кульминационном моменте, когда я начал говорить о телевизионщиках. И, видимо... Короче, есть вещи, которые по контракту мне теперь нельзя делать, да? Ну, адекватно, так во многих, так постоянно. И вот, видимо, в тот момент, когда я решил заговорить про телевизионный продакшн, Коп такой, Эл, завали ебало, и выключился. Короче, телевизионщики... Это пиздец. Это люди, которые живут в прошлом веке. То, что снимают в интернете за 4 часа, ну, при том, тот же, знаете, наш клик-клаковский продакшн, а у нас он
более чем полноценный. То есть мы сняли бы за 4 часа, а там делается день, все медленно. Ну, то есть люди, которые вообще не вписываются в нынешний темп и ритм жизни. Вот. В очередной раз убеждаюсь в том, что за интернет-парнями будущее. Не знаю, может быть, не за нами, но в целом, короче, прикольно все. У вас лагает, да, все? Бля, ребят, я не знаю, слушайте. У меня нормальный интернет. Когда влог? Ну, короче, сейчас буду монтировать. Я тут сижу, готовлю себе салат. Съем салат и сяду монтировать. Потому что, когда ешь салат, монтировать куда интересней. Что, блядь? Что? Что вообще за херню я сейчас несу? Я дико уставший. Я дико вымотавшийся. И не просто за сегодня. Сегодня-то у меня, знаете, типа, день был обычный. Я чего-то сходил в офис, сняли со старым обзор на компьютер, на наш новый офисовский. Сходил в зал, потренировался впервые за 2 недели, потому что вот эти 2 недели был в Москве в полном пиздеце вообще. Чё-то сходил до Илюхи, он там болеет, проведал его, там посидели, поговорили тоже по проектикам. До родителей сходил, домой вернулся. Вот такой вот у меня, типа, скучный день, и мне, ну, это прикольно, потому что так мне этого не хватало последние недели. Ну, вот, типа, то, что происходило в Москве, это полный ахуй, да? Съемки, блядь, переговоры, да-да-сюда. Я очень сейчас сожалею о том, что... Я не знаю, в чем проблема, понятия не имею. Ой, как проводом все перекрыл-то, а? А я просил его опять тосковала папарам. Моя попытка номер 4. Я не знаю, у меня просто вырубается перископ. Я понятия не имею, что это за говно. Я, кстати, думаю, в ближайшее время выкроить чуть-чуть времечко и сделать трансляцию на Ютубе. Так вот, сука, сбила меня, сбил перископ, который вырубился резко. Неважно, хотел пожаловаться на адовый движ, который происходит. То есть, типа, это весело и прикольно, но в какой-то момент ты так заебываешься. Так заебываешься, что просто вы не представляете. То есть ты делаешь одно и то же. Ну, то есть, типа, это оно разное, но ты банально не высыпаешься и не успеваешь отдохнуть. Мне очень сильно не хватает сейчас небольшой передышки. Просто дня на 4, на 5 куда-нибудь вообще в другое место, где все, что я буду делать, это, ну, как, ну, может быть, снимать влоги, да, блин, не западло. Кстати, сейчас очень много отсняли материала с Глебом. Он ходил, как оператор снимал. Я посмотрел, что-то вообще типа не то. То есть я, конечно, буду снимать влоги с операторами. Наверное, 30-50% у меня будет операторской истории, потому что иногда все-таки очень неудобно снимать, правда. На мероприятиях, например, очень неудобно. Ты пытаешься взаимодействовать... Ну, я уже говорил об этом, да? Но вот все вот эти... истории из разряда, когда я сам себе свою жизнь снимаю, они, конечно, будут такими же, как и раньше. Они никуда не денутся. Я не собираюсь таскать оператора, блядь, снимать мою жизнь. Я беру их только на мероприятия. Поэтому витфесты, вот это все, это будет оператором. Да и прикольно, на самом деле, когда не один, когда с корешем. Это важно, чтобы оператор был корешем, потому что вы вдвоем можете угорать, как бы. Вот. Влог завтра, но это будет влог с первого дня Витфеста. Хотел с 2 дней, но чё-то слишком дохера. Возможно, короче, я сейчас посмотрю и просто урежу, чтобы поинтереснее выглядело.
Да, блядь, я так и сделаю. В принципе, да. Знаете, я хотел блок, который погрузит вас в атмосферу нашей подготовки там и так далее и тому подобное, как мы это все репетировали и так далее. Но давайте, наверное, урежем, да, и вместо 2 дней Витфеста сделаем все в одном ролике. Как думаете? Ну, типа, вместо там... У меня еще, типа, много материала копится, и все это выпускать надо. Я вот думаю, просто, блядь, урезать. Нет? Вот вы суки. Ладно. Да, давай, да, уровень. Нет, ну я не понимаю. Ну ладно, я вижу, что большинство говорит нет. И как бы пол, ну тоже согласен, потому что я не иду на поводу аудитории, в рот я ебал. Ну вот честно, вы знаете прекрасно. Я люблю вас, ну не всех. У вас, среди вас есть пидоры. Но на поводу никогда не пойду. Но вот если я первоначально решил, что смонтирую, погружу вас в атмосферу, я просто сомневаюсь, я советуюсь. Я зазнался, да, я зазнался. Кстати, давайте поговорим на эту тему. Я же, типа, это тема, которая ебет мне голову, потому что я вижу изменения, что в себе, что... Ну, давайте говорить за себя. Смотрите, в чем хуйня. Вокруг тебя появляется все больше людей. То есть, типа, каждому ты можешь уделить меньше внимания, кому-то не можешь уделить совсем. Это ладно. Так как все это развивается и растет, вокруг тебя появляются люди, которые пытаются тебя наебать, которые пытаются внедриться в твою жизнь, сделать тебе больно по-настоящему. Такова суровая реальность. Сейчас ну, типа, тот период, когда YouTube смотрели только дети, он уже закончился. Сейчас очень много смотрят взрослых. Да? И мне начали писать тут буквально пару месяцев назад просто, сука, бомбические, блядь, тёлки, которые никогда бы не написали такому уебищному чуваку, как я. В мою жизнь пытаются влезть какие-то чуваки, которые просто хотят тобой воспользоваться. То есть этих людей, к сожалению, становится все больше. И вы меня знаете, вы хорошо меня знаете. Многие из вас, блядь, выросли со мной. Я вместе с вами вырос. Я 4 года занимаюсь этой хуйней и никогда... Никогда ничего не скрывал, все показывал как есть. Вы видели, как я развиваюсь, может быть, деградирую, может быть, становлюсь лучше, хуже, неважно вам решать, да? И вот сейчас этот период, блядь, меня пугает, когда вокруг-то появляются такие люди, а я, сука, простой, искренний, блядь, человек. И когда вот такое происходит, это пугает. Я сейчас там, как уже говорил в одной из прерванных трансляций, начинаю работать немного в другой сфере, так там вообще пиздец. Там к тебе относятся как к звезде. Твой анус так вылизывают, что страшно становится и бежать хочется. Хочется ебаной человечности, но когда вокруг тебя такое происходит, ну, просто защитная реакция. И знаете, в этом есть плюс. То есть я отдаляюсь от людей, которых я совершенно не знаю, но за счет этого я становлюсь ближе к своим людям, которые рядом со мной, потому что я понимаю, что эти люди любят меня как человека, а не как персонажа в интернете. Потому что, ну, иногда хочется, блядь, побыть человеком. Мы обсуждали с товарищами. Я не буду называть их имен, потому что они, ну, им не, ну, они не хотят пятнать репутацию, типа, а мне поебать. Я считаю нужным сказать. Я говорю. Вот эти ситуации, когда я или кто-то другой можем отказать человеку в фотографии. Блять, мы иногда устаем, мы иногда заебываемся и не хотим. Понимаете, блять, не хотим. Просто, пожалуйста, видишь, я заебанный. Видишь, я никакой. И, типа, те, кто из вас меня на улице встречал в таком состоянии, ну, вы же прекрасно все, блять, знаете. И потом эти люди на тебя обижаются и говорят, что ты, блядь, зазнался, что ты звезду словил, и вообще, блядь, да пошел ты нахуй, Джарахов, у тебя бы ничего не было, если бы не я. Я твой зритель. Вот это еще обиднее. Плюс, когда ты говоришь человеку, ну вот смотри, ну видишь, ну вот начинаешь, блядь, объяснять. Он начинает смотреть на тебя как на говно, ему похуй, он эгоист, он только о себе думает. У нас ситуация была, мы вышли после концерта нашего товарища. Мы там у него тоже скакали на сцене, вот такие вот выходим, едем спать.
куча народу, и мы, естественно, говорим, ребят, блядь, вас очень много, мы не можем сейчас фоткаться, потому что, ну, пиздец, начнется цепная реакция. И мы отходим. И подходит несколько человек к нам и говорят, можно мы сфоткаемся? Мы говорим, ребят, вот мы тем отказали, всем. Они, нахуя мы будем их обижать, типа, выборочно фотографироваться с вами и слать нахуй их? На что нам говорят, ну, бля, чтобы незаметно было. В наших головах это прозвучало, да в рот я ебал их. Сфоткайся со мной, мне важно, что... Ну вот понимаете, у всего есть две стороны медали. Вы это так видите, я это вижу так. Мои товарищи и коллеги видят это так. И, сука, обидно. Обидно, 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 блядь. Обидно, суки. Говно, жопу, сиськи, залупа. Вот. Давайте, мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Типа, только не дети, детишки не пишите, блядь. Не надо, типа... Ребята, у которых есть реально мнение по этому поводу, можете написать? Может быть, блядь, я не прав, я не знаю. Может быть, я смотрю на эту... Ну, действительно, да, я смотрю на эту ситуацию с точки зрения... С нашего точки зрения. Вот. Не, с вашего. Насколько человеку обидно, вот вам было бы обидно, если бы вы подошли, я бы сказал, вот, блядь, ну вот смотри, я не могу, мне хуёво, я устал. Вы бы обиделись на это говно? Ну вот вы пишете, что все норм, но почему... Я не понимаю, блядь. Видимо, мне надо было сразу подать это вот такой, с таким же такой жалостью. Кстати, вот сразу. После таких моих разговоров ко мне вообще типа боятся подходить. Блядь, да идите вы нахер. Нет, подходите. Видите, день, блядь, я иду, все нормально, я не... не пизжу по телефону, потому что когда я говорю по телефону, ко мне подходит, это пиздец. Я там чаще всего дела обсуждаю, я же типа деловой пидор. Когда я съем, не надо. А вот типа иду по улице куда-то, не тороплюсь, подходи, блядь, я с тобой сфоткаюсь и так далее. Это нормально, мне это нравится. Но не в те моменты, когда я говорю, ребят, ну вот. В этот момент можно сказать, хорошо, типа, я тебя понял, буду вылавливать тебя у твоего дома, пидор. Ну, вот такое. Осадок остался бы, но заеб... Ну, делаю усталое лико. Слушай, знаете, за что обидно? Я прекрасно понимаю, что теперь приходится, сука, скрывать свое лицо. Банально, чтобы сходить до магазина. Чтобы прогуляться с женщиной. Чтобы сделать еще что-то. Просто скрывать ебало. А так хочется, чтобы личико дышало. Мои знакомые, типа, даже какие-нибудь бьюти-блогерши или блогеры просто. Ну вот даже в случае с девочками бьюти-блогершами очень популярными. Они не красятся, одевают капюшоны. Вот это вот, вот как-то вот так вот в таких очках выходят и ходят гулять. И это ужасно. Ну что поделать, у всего есть две стороны медали. Ну вот, вот так вот. Я, сука, хотел поделиться это, вот тем, чем хотел, что хотел сказать. И не стал делать этого в видеоблоге, чтобы вы это вот видели, как живое общение. Похуй, увидит это там, миллион человек или вот тысяча, как сейчас. Главное, чтобы хотя бы какая-то часть это понимала, блядь. Мне нет смысла кричать об этом. Просто вы теперь понимаете, что... Я, блядь, делаю это не потому, что ненавижу вас, блядь. Типа, вот была ситуация, вот опять же, на днях после этого же концерта. Девочка подходит и говорит, ну не могу, я уставший, вот. Она говорит, ой, а в своих блогах ты нас благодарил за все. Но я ей ответил, да, я лицемерная мразь. Да, я такой. Я ушел, она мне вслед крикнула, я знаю. Вот, пожалуйста, типа... Понятно, ебать, называется. Знаете, о чем я думал? Типа, я же сказал, что никогда не буду делать сходок. Ну, давайте адекватно. Если я сейчас устрою сходку, у меня сейчас вообще какой-то пиздец происходит. На Витфесте, когда там озвучивали имена блогеров в лайфстайле, озвучили мое, весь зал заорал громче, чем, блядь, вообще. Я просто удивился очень. Я такой, чё, когда я успел? Я, короче, подумал, можно сделать реально сходку, но так, чтобы координаты, ну, типа, сходки и время, людям пришлось отгадывать, как квест.
То есть я говорю, ребята, я запускаю квест. Там в конце вас ждет информация о сходке. Сложный квест. И сделать так, чтобы он там, ну, за 2-3 дня, неважно, может, за несколько часов, человек отгадывает, и ему приходит приглашение на сходку. Вот. И, короче, так будет немного народу, и все смогут и пообщаться, и сфоткаться, и никакой нахуй давки не будет. Я ненавижу сходки за давку, потому что люди, блядь, с ума сходят. Они видят обычного человека, вот, пожалуйста, обычный человек, блядь, срал где-то 40 минут назад, так же, как вы это делаете. Су, драчу, вот это вот все. Бля, почему я так низменно разговариваю? Я мог сказать, что я ем и гуляю, но я сказал сру, су и драчу. Вот, пожалуйста, типичный, сука, Джарахов. Вот, обычный человек, и они, у них башня рвет, прикиньте. Вот, блядь, в какой-то момент в моей жизни я вижу людей, которых срывает нахуй от меня крышу. И, естественно, эти люди в моих глазах ебанутые. Ебанутые люди, к которым я не хочу приближаться. Потому что, ну, блядь, это странно. Это реально странно. Какого хуя ты орешь? То есть я очень люблю ту аудиторию, которая меня может увидеть, сказать здорово, там, типа, спасибо за это, я ему скажу спасибо, что смотришь. Все. Без этих блядских криков, без этих... Вот этот фанатизм, о, это ужасно, это пиздец. Я, ну, в смысле, кто-то написал, что я злой. Представь, вот на секунду, что в твоей жизни появляются люди, ладно, люди, которые тебя уважают, смотрят, которым ты нравишься, такие наверняка у тебя есть, в принципе, твои товарищи, да? И тут резко появляются, блядь, люди, которые при виде тебя просто орут вот так вот, просто ведут себя как сумасшедшие. Как ты к ним будешь относиться? Нормально? Нет. Я говорил это всегда. И, ну, я думаю, часть аудитории, которая меня знает давно и сейчас сидит здесь, знают, что я всегда говорил, что фанатизм – это ебано. Что фанаты – ебанутые. Поклонники – ебанутые. Зрители – молодцы. Люди, которые посмотрят, там, типа, оценят тебя и не будут писаться от тебя кипятком. Разве я не прав? Может быть, не прав. Это же страшно. Маленькие фанатки. Да нет, в том-то и дело. Да, естественно, это маленькие детишки, окей. Но когда я вижу взрослых чуваков и тёлок, типа, которые, ну, под 18-то есть. Это, сука, страшно. Страшно, не делайте так. Да я не расстраиваюсь, ты чё? Типа, схуяли я расстраиваюсь. Когда продолжение семейки будет? Мы каждый раз с Ильичом говорим о том, что нам надо доснять эти ебучие две серии. Мы никак не можем. Типа, нам надо Криклак расширять. У нас хотя там нормально народу сейчас. Люди работают над проектами различными. Но нам не хватает людей. И брать кого-то со стороны, да в рот оно ебить. Нужны энтузиасты, нужна семья. Клик-клак – это не просто портал, это не просто медиасетка какая-то или канал, это семья, это единомышленники, это люди, которые любят свое дело. От режиссера, который обожает быть режиссером, продюсеров, которые любят быть продюсерами, операторы и так далее и тому подобное. Каждый занимается своим делом и фанатеет от этого. Вот это, блядь, круто. Вы бы знали, как я фанатею от Вазелина и от мужчин. У меня комменты начали зависать, ребят, поэтому монолог. Но они вот так вот висят, а потом миллион комментов вверх. Классный выпуск «Дай леща». Если честно, я еще не смотрел свой выпуск «Дай леща». Поговаривают, что мне подсуживали. Не знаю. Я типа не могу судить, не смотря выпуск. Я там только участвовал. Ну, типа, прикиньте, полчаса сесть, посмотреть, у меня не было еще. Я вот все остальные выпуски по два раза где-то посмотрел, какие-то по три. Свой, возможно, мне стыдно смотреть. Вот, на следующей неделе в четверг выйдет «Дай леща» Руслан Тушенцов против Юлика. Два парня из Vape Nation сразятся на поле лещей и смеха. Ну и на следующей неделе, скажу вам по секретику, выпустим тизер. Обязательно сначала нужно выпустить тизер, чтобы вы знали, в какой день будет выходить.
Шокирующие караоке. Мы были на Витфесте и побили током около 20 блогеров с безумно больными жесткими ошейниками, с новыми. Те, которые у нас были раньше, полная херня. Эти. От этих у тебя сводит все. У нас все прыгали и скакали. Разносили аппаратуру. Ой, простите. Вот, получилось достаточно прикольно. Вот. Вот я хочу, я и сам настоял на том, чтобы собрать тизер, хочу сам смонтировать. У нас сейчас монтажеры есть. Как бы, вот и все на клик-клаке монтируют парни. Саша, Макс монтирует у нас. Вот, но... Одну секунду. Но вот это то, что я хочу смонтировать сам, потому что идите нахуй. Ну и блоги я сам монтирую. Я сейчас буду искать монтажеров. Но я пока, сука, сомневаюсь. Но у меня просто иногда не хватает времени, а мне хочется, чтобы 2-3 блога стабильно выходило в неделю. Я не всегда успеваю. Блин. Так, я вернулся. Привет из Ростова. Здравствуйте всем городам. Сейчас передавать приветы каждому городу, и это будет неинтересно, сами понимаете. Вот знаете что? В словах, вот когда просят, передай привет городу, там, привет Краснодару, в этих словах нет ничего, понимаете? Это как хорошего дня, когда вы говорите таксисту или кому-то, или будь здоров. Эти же слова, вы в них душу не вкладываете. Вот кто из вас последний раз вкладывал душу в хорошего вечера? Обезличили, одушевили все такие приятные словечки, которые делают хорошо. Господи. Вчера делал флюорографию. Я месяц болею, я вообще в ахуе. Мы с Илюхой сделали, у Илюхи нашли бронхит, короче. Вообще неприятный. У меня ничего не нашли. А, я выиграл! Ну, ладно, смех смехом. Бронхита и воспаления, слава богу, у меня нет никакого. Но прописали антибиотики. Пью теперь, сижу. Вот. Всякие сопли. Вы бы знали. Ладно, все мы люди, как бы, да? Сука, ребят, зеленые сопли уже несколько недель. Я в ахуе. Я могу сидеть на съемке, у меня может потечь из носа. Я могу гулять с подругой, да, и хихикать и смеяться. И вдруг у меня может лопнуть, блядь, сопливый пузырь. Это, сука, ужасно. И ощущение, что это просто нескончаемый поток соплей. То есть, типа, можно сморкаться сутками стоять, но он не кончается. Блин, ребят, очень жаль, что ваши комменты подвисли. Я хотел почитать, блядь. Они вот висят 4, потом резко проматывается 20 и опять висят 4 минуты. И причем сейчас какая-то хуйня висит. Будь здоров, привезти только для тебя, круто. Вот на что отвечать? Привезти? Привози, у меня как раз вот все кончилось, еще последнее забиваю. Шутки за 300. Шутки за 420. А, новая технология. Блин, комменты висят. Че вам еще рассказать? Ладно, окей. Я не знаю, может быть, трансляция уже прервана, и я просто разговариваю с телефоном, но... Ладно. Ладно, ребят, все зависло, все по пизде пошло. Я надеюсь, вам было как-то, потому что я не знаю, какие эмоции должна вызывать перископ, трансляция. Спасибо, что были со мной, спасибо, что выслушали. Мне надо было выговориться, и именно выговориться в аудиторию, в вас. Взять вот так вот и... Давайте еще раз. Открывайте рот, я сейчас... Эмоции, чувства, эмоции. Да, держите, я кончил. Я кончил вам на лица, сука. Меня же дети смотрят, а похуй. Пусть ваши родители следят за вашим воспитанием. А пока, меня зовут Эльдар Джарахов. Хуй ебаться, залупа, гомосексуализм, наркотики, алкоголизм, анальингус.
Учу детей прекрасному. Ладно, простите, пожалуйста, ребят. Все. Ой. Не понимаю, как он работает. Давайте, если что, пишите в Твиттер. Пока. Как выключить-то тебя, Господи, ты, Боже мой.